долетел, поэтому и никого не сунул. Так, Денчик, Локи еще. Я просто перекидываю, кто не пойдет, чтобы знать. Ты вот перекидываешь, блин, а я вижу только 5 позиций. Ты идешь, блин? Как хилить сейчас? Так ты открой все 8. Тебе что, откуда на хилбот открыть? Сейчас я их кину первую пати. Я буду. Артемия, да. В любом случае, у нас сейчас в рейде больше, чем 5 групп. Ты остальных просто не хилишь, когда там больше 5 групп на первой категории? У меня настроено 5 групп, и мне так удобно. Спасибо, Кэп, за помощь. Так у нас в рейде больше людей, чем 5 групп. Я просто в ДД тогда была. Че, все тут? Даю проверку на присутствие, кто здесь, плюс, кто нет. Раздавака воет. Все воет, пришел, раздаваки нет. Старый. Че старый? Найс. А я не РЛ. Да, конечно. Я на мне лучше. Войт. Что? Ассиста дай. И Лехе дай ассист. Да зачем он мне? Есть, да. Чё там, Престасу манать, что ли? 3, 2. Тыкните. Кто там сумонит, стойте отдельно сумоните. Мы поехали. Кто меньше раздаваки дает, априори инвалид. Энхи все равно не дамажит. Геру дайте. Дали. Че, не видно, как рейд вырастает, блядь, за раз больше. Не, я порой слепой, порой. Говорится. Именно на Геру я слепой. Человек не чувствует размер. Чё-то Джайна тут появилась, ну что? Кстати, я лучше... Это... Чуть не умерла на Синдрагосе на группах, тупо потому что изучание видео бомбы. Маги опасные. Чё, раздавака там дамажит, нет? Ну, так. Чё, врекай? 11 место. Сдет. Ну ты позор. Это не... Сколько позоришься. Тимыч, короче, ты в Дисе? О, переагрил. 1000 ГП. Пошло ГП. Понимаю. Блять, переагрил на 15-м месте, сука, как? Начислите пока там. Все сразу такие серьезные стали. У тебя проблема в том, что не стоит искать покупателей в рейд с одним анролом. Если бы этот рейд фулл с гильдии сейчас соберется, то тогда можно будет сделать так. Посмотрим, что соберется. А этот босс не таунсится, что ли? Все, он, так и должен играться этот босс, его нужно кайтить. Ну, убегать от него, типа. Танка можно не убивать, танку похуй. Давайте все спекнемся в танков. 25 танков, хорошо. У кого нету спека на танк? Ну, Тимбыч, я понимаю, что ты помочь хотел. Вообще, изначально рейд этот я собирал для того, чтобы себе печеньку наконец-то на руки апнуть. И две паролить на твинков. Кто на твинков все хочет 4 апнуть. Кто играет за твинков ГП?
кто играет ГП. Кто играет Вов, тоже ГП. Сейчас посмотрим, кто соберется, сколько людей. Надо ли будет случаться добирать танк или хила, и тогда решим. Кто нажимает 1, 2, 3 ГП? А если 1, 2, 2? Вага, я 2, старалась. Ну, увы, Вага, блин. Я 8к дал ДПС. Нет, 15 тысяч и по ночи. Кто меньше же, да, дает, тот крутой. Я просто не расслышал там. Чё, а чё, портал будет доллар? Спасибо. Короче, всем можно начислять, кто меньше Полины. Это две позиции и пешку заработать. А, прикольно. Вам доступно спецпредложение, которого я не вижу из-за ушастых мелок. Все, теперь я куплю первую кату. Не потратишь 50 кусков. Этот. Ты видел, сколько эти маунты стоят? Да я с того года их еще видел. На 14-е, блядь. Не, в прошлом году они, да, были. Но они 4К стоят. Я имею в виду про крысу. Лису? Нет, там крыса вторым предложением. Так, Лёха, ты не идешь? Да? Грулмагигер. Кто не идет, ливните, пожалуйста. Могут сливать. Да. Кто? Мне протектит нужно. Возьмешь ДД? Давай. Кто грулмагигер пойдет, оставайтесь в рейде. Я за ШП пойду. Давай. Нормально, плюс 10 силков в ХП. Полина, ты идешь, да? А крыса это точно? ДДшка. На пятом. Так, вот этот Шамагол... ДДшник, РДДшник, да? Хил вроде. Он рестер. Рестер Шамаг. Так, это сова. Пока тут сова есть. А, Грул маги первым. Грул первым. Нет, Вага, там одна анролится, две ролятся. Я изначально так решил собирать. Они бы шли анролом, если бы у меня было 25 человек с гильдии. Все бы там же буги еще будут, да? Мне тоже можно ролить почему-то? Конечно. Ну, класс. Хорошо, меня бьешь. Давай танк. Мне нужны танки. Это у Рэнна непобедимым топ. Я его раздавлю, мне кажется. Плюсую. Да, заходи, чёрт. Инопланетяне. Артеме, столько хп есть уже? Ну, был премиум, было бы. Премиума нет. Владон, это с гильдии? Да. Так, рестор? Рестор, Ренг, как хочешь. Пока рестор кину. Безумие. Это на кату был, да, Христ? Да. Так, макрос сейчас найду. Хилы фу у нас? Есть, куда будет вечером? Да, хилы фу. Кто нужен? ДД? Танки? Значит, два танка и ДДшники. Сейчас одного узнаю. Блин, ну с этими тренями чуть ДПС поднялся на 2к. Ну они бисовые у тебя же, да? Японец какой-то. А чё не Фурик? Почему? Армс? Пухи нет второй. Ретро-паладин. Если я пойду бомжа-шаманом, 252 могу продиспейлить, на купах стоять, возьмешь? Чё, я ходил с Варадо уже этим шаманом? Ну, я на диспейле сидел, подхиливал там туда-сюда. Ну, если хочешь, так могу, типа, прийти. Сова мотивала есть?
Пошли, значит, пугарит один. Можно поставить какой-нибудь макрос, чтобы меня бомжи гильдии не приглашали? Нет. У тебя какой спек, японец? Я же говорю, ретро-паладин. Я могу вообще куба поставить, что угодно. Ну, дамажишь нормально, да? Ну, 8 точно дам. Ясно. Поможешь позабирать, японец? Пугов и РДДшники. А, два танка и РДДшники. Дал ассиста. Кто еще поможет? Так, что тут лучше паладина взять? Ну, один паладин еще можно, парочку еще можно. Но если на присте посидит один ДКшка, потом на фаермаге посидит еще один ДКшка. А, Я на локе посижу, остальные два танка могут быть любые. Ага. Че, ты уже пугов начал добирать? Будет. Да, конечно. А че, я не вижу, что ты спамил? Че не ставил? Чего я не вижу, что ты спамишь? Спамлю. Только не так часто. Там Тимыч, блин, челику написал. Печеньку там челик хочет купить. А я эту печеньку на себя рассчитываю. Чтобы мне сейчас идти другим классом. Это как бы можно, но мне нужен танк. Да и пошли, учу тебе другим классом идти. Типа, тебе нужна печенька, ты поставил их, ты ее игнорил. Да, я ее игнорил. Но я буду собирать еще в субботу и в воскресенье. Ну вот в следующий раз купит. Вдруг тебе возможности не будет играть. Он, короче, говорит, что он на работу не пошел из-за этого. То, что прям, Тимыч? Прям... Или покупатель? Не Тимыч, а тот покупатель. Там видишь, как я написал в заметке. Одна анрол, две роли для ДВ. Ну, типа на твинков там еще куда. А сколько у вас людей в рейде? У меня не хватает 7 человек. Надо 2 танка и 5 РД, да? Ну типа если это гильд рейд, то просто скажи в гильдии по спаме, может там кого в ЕСе не было насчет того, что это за ИПС. Ну может люди отдыхают после рейда. Или перед рейдом. Я сказал в ЕСе. Мне кажется, в такое время пугов сейчас будем долго искать. Ты херня, один танк остался и 4 беды. Да я вот одного спросила, но он застрял в испытании крестоносца. Говорит, два шамана садятся по мане. Он второй по ДПС, у него там совсем убогая сама. Дейдри, что, ушла? Тогда безумие длится. Че, макрос немножко изменил? По поводу поменять хиллбот, Карина, это мое личное решение, менять или не менять. Мне нельзя менять настройки. Одно место забронируй. На кого? Где сейчас один чувак? Указывать мне не нужно. Ага. Извините, пожалуйста, Вара. Амелита вот написал в общий чат. Плюс. Сейчас. Амелита, это ты, да? Да-да-да, я. Танк есть у тебя? Не, какой нахер.
тебя стрим включен, нет? Я все жду, когда у тебя стрим выключится, потому что там видно личку. Я не могу тебе ничего написать. Ой, блядь, ладно, сейчас отключу. Взял танк? Я тебе уже напрямик это говорю, ну что ж такое? Ну пиши. Один танк надо. Есть медведь, я и гуртар, это вага. Ну блин, ну что ж поделать? Это пипец. Вот, знаешь, откуда просмотры на ютубе? Вебкам. Вот им интересно, что там тебе пишут. Натуре. Они собирают компромат, блять. Знаешь, я не удивлюсь, даже если кто-то такой есть человек. Наверное, поэтому в личку и пишет, чтобы никто не видел. Не, ну у него же на видосах на ютубе личка не закрыта, никак он не видосы не монтирует, ничего, просто запись. Да там, блядь, видосы по названиям только смотрят. Я написал рыбный пир со специями, ебать. Там видос, короче, ускоренный в 3 раза. И как я 300 рыбных этих спиров, блядь, делаю. Или как рыбачил. Ну, под ускоренной хуйней, короче, как я рыбачил эту всю хуйню, потом крафтил. Ебать там просмотров. И еще челики пишут комментарии. Ты долбоёб, ты такую всякую хуйню. Я их удаляю, баню. Так почему ты удаляешь? Собирай просмотры, потом бабки будешь сдирать. А чего? Не, канал же надо продвигать потом с этими же, блядь, всякими долбоевыми, блядь, и всякой движухой. Не, за просмотр тебе будут платить, если у тебя будет партнерка, а если ты так чисто канал выкладываешь, да. Это похуй. А зачем ты выкладываешь видео, как ты крафтишь рыбный пир с специями? Ну, блядь, а что? Захотел его. Боёбов. Чтобы поржать над ними и забанить. Почему нет? Один раз живём. ДК не знаю, я когда стримлю, я чат закрываю. У меня он всегда закрыт. Скажите, нямка ушел? Ика. Так, Шамугул это у нас этот самый. Лита. Да. ДКшника взяли, это что? Кто? Нямка вон вверху в Дискорде. ДКшник первый по типу не кто это. Там, надеюсь. Ой, японец. ДКшника взял. А, больше не нужен танк, да? Это танк? Вот этот ДКшка нет. Значит, нужен еще один танк. Это Blood DK 260. Попытка номер 2, друга по игре спрошу. О, хорош. Это другое дело. Лока? И ШП. Что ты говоришь? О, блядь, у нас танк появился, она пишет сова. Не, ну, потанчишь, да? Если не будет, если не найдется, Карина. Блядь, ну почему минус-то? Если не найдется, пук. Блядь, я тоже не хочу танчить, я хочу АДК дамажить ШМ. Ты, блядь, не сказал. АДК ШМ? Заходи на протоварочную. Помоги тогда с чата добрать танк одного. Я что сделал? Ну посмотрим. Там все равно 4 надо будет на королей. На груле можешь совой быть. Ой, на магике. На груле надо тоже руки закрывать, блядь. Так что хуй знает. Сегодня найду какого-нибудь бомжа танка. Короче, трейд и дать. Танковскую пушку печат 204-ю, а потом распылю у него на глазах. Долог зайдет? На каком поле? Твинок? Твинк? А, долог тут. Мне что-то показывает, что у нас. Ну заходи палом. Ты иди себе вообще. Ну чё там танчить? Там руки позакрывать надо. Ну хуй знает. Насчёт двух окон. А мешок ролить будем? Нет. Тогда у тебя, смотри, японец, пиши то, что мешок анрол. А то, блядь, там сразу будет, блядь, пачка скринов нахуй после рейда. Похуй, ну плюсуй своим этим самым, как он называется. Мне пишет ДК танк.
45-й подойдет. Бери, бери. Брун подамажит совет. Бери 45-го. Сейчас я у него спрошу, какой класс. Некоторые дамагеры просто возьму его 45-го там. Он напишет анхолик. Я тут, блядь, про товаром 40-м танчит. Войт, нужна нет. помощь? Да, как кто у тебя есть? Маг есть, заходи. Маг, ладно. Шаман, кем ну, хочешь. Давай, давай магом подиспелишь там. У нас три шамана есть, в принципе, мне поможешь. Брун там свои диспелить умеет тоже. В смысле, ты меня в хила запихал? Да, к сожалению. Там мозг. Я не под хилом. Умоляю. Нет, что-то нет, я не хочу его протестить. Ради Христа. Мне нужно протестить, тогда я тогда с пуганом скажу. На этом. Я зайду хилом. Вот, я могу тоже хилом зайти, если давай, надо. Давай, тогда тести, Полина. Ты зайдешь? Ну давай я шаманом посилю, а Полина за меня подамажит. Погоди, мне разницы нет особо. Определитесь, погоди, кто пойдет погоди, шаманом. Погоди, сейчас, Амели, ты заходи, Амелике все равно. Хорошо. Мне просто Леша не дает потестить, он мне все время хила. Хорошо, тестите, Войду можно сесть на уши и умолять его о чем угодно, и он потом все равно согласится. На уши нет, на плечи можно. Ой. Вон, Кирсгорн похили. Где у нас палатинкан? Все, на шаман зашел. Ё-моё. Так, кто ты говоришь, где? Вот у нас три танка. Где палатинкан? Это Карина хочет во второе окно. Ну заходи, плюсуй своим паладином мне. Так, лук у нас есть хоть один? Давайте его, он в инсте хоть? Давайте к камню подъезжайте, я тут лук остаюсь у меня. Плюсу и два тела. Ты говорил, какой-то там танк, да, зайдет? Не лишний будет, руки позакрывает. Будет вообще нормально. Самолетик к боссу отойду. Так, надо ссылочку создать на Пуварейт один. А кто у нас фаермага танчит? Какой-то танк, сейчас посмотрим. Посмотрю, какой нормальный. Там лучше или ДКшку, или паладина посмотрим. Но паладинов нету ни хрена. Я буду на Локе. Там, вон паладин в форсете есть. Брун в сове нажмет звездопад и будет в форсете. Да потанчим, потанчим. Сейчас, бля, погодите. Сделаю макрос. Включу активацию и начну возню. Все уходят, что-то мозг. Мозг, это что, все, Вов? Пока тут у нас есть хули. Мага взял хорошего. Сейчас еще Кирс зайдет. Кирс, ты зайдешь? Оставляй место под Кирса, у меня тут еще бар просто. Ну ща, ага, не торопись тогда. Мага хорошего. На кого заходить-то? Так, кто-кто-кто? Кирс, ты? Кирс. Ну? Ну, заходи на мага. Давай заходи, мы тут твинов одеваем. Лагоны. Топовый рейд. Одни одевают, другие тестят. Ну да, да. Чё? Весело будет. Ладно. Главное, что я пособираю. А другие я раздевают думаю, просто рейд. Одна нролом, две руки. Печенька выходит нролом. А ты что, до сих пор без перчаток? Ты же фулл Т4 танчишь у нас, да? Япончик. Япончик, если чё, я в 4Т4, у меня ни одного куска апнутого в Т4 нету. Так что, если ты понимаешь, к чему. Кстати, Кирс, давай как-нибудь соберем рейд. Я помню, пришел. Ну, по-хорошему, было бы неплохо. Да ты раньше Т5 оденешь, чем Т4. Там 4Т4 у него было, просто не апнутый. Я такой смотрю, и он сейчас танчит, заебись. Нормально.
Чтоб ты понимал, мне сейчас человек 10, наверное... Нет, 9 человек написали, чтобы я им продал печеньку. Да, меня не будет. Сейчас мы печеньки ролим. На кого из наших мы их ролим? Ну, типа, они кому-то вообще нужны? На кого? Они кому-нибудь нужны? А, Шумагол нужен на НХ, на офф-спек. Ну, что? Короче, если кому-то на мейн, там, я с удовольствием отдам. Без бонусов. Семьдесят почти. Да кое двоих потанчу. Ебать. Фу, а вдвоем потанчу. Рогу возьми, за его поставишь, разведешь. Возьми рогу. Возьми. Там кас на схеме. Возьми рогу, да, я буду бегать, охуенно будет. Вот вдвоем потанчим, ты чё, с дюжим? Да. Дайте рыбу, пожалуйста. Ты вот на костах посидишь, а я на всем остальном. Да какое в смысле? Смотри, у тебя если приз будет с королем танчиться, хоть и у приста и слабенький щиток, кто ему будет сбивать каст, затыкать его, кто будет? Он же это... На переходке просто будет отхиливать всех остальных. Тебе обязательно нужен тот, кто будет затыкать. А, Вервульф, я его проглядел. Сделал его. А что, шаманы тоже могут втыкать туда? Вот еще раз. Квест забыла взять. Все, можно. Я думала, он танк. А нахуя ты пошел тогда вперед, если танков нету? Господи. А я чё бафую? Да. Что, диспелов нету? Такое чувство, что кто-то заходил на моего паладина. Пожалуй, постою, спасибо. Три раза умереть я уже не хочу. А завтра как-то стоит на ДВ? А будет? Ну, то есть, скорее всего. Там стоит их-то на 9. Но он отхиливается у вас. Ну давайте сделаем так, раз у вас не получается. Можно позбивать косты.
Витюка. Витюка. Ё-моё. Ну это такое немножко поле, поле жизни перед глазами пролетело, да? От этого чарджа. Это уже третий раз. Вот хорошо быть шаманом, а вот магом я тут так не могу выживать. Кольчуга спасает. Блин, вот хоть бы нам хватило ДПС на лока, хоть бы хватило. А чё, у тебя же ещё, по-моему, кто-то хотел? Да, рыба будет. А кто-то может почту поставить, я перешлю. Че, я хило диспелю, да? Так, че по диспелю, да? Диспелить, дамажить. Ну, короче, я свою пати диспелю, хилов. Зачем тебе столько танков? Я на броне буду танчить. Какого она танка, мать? Это танчит арканы или фаеры? Тут же вроде один маг. Серёж, поставь почту, пожалуйста. Привет, рыбка будет? Если Серёжа почту поставит. Спасибо. Я так понимаю, я кулаки раздаю, да? Я могу только хила позвать. А куда ты мага моего девал 274-го?
он вышел из сети. Я сейчас отбегу на секундочку. А второй рестер друид, он на Оне. Без вариантов. Сейчас одного дроида тоже спрошу, но он кот. Хороший кот. Жирный. Пушистый, мягкий. Жирный, но пушистый. Так, евреи же на Альянсе. Или нет? Нет, не евреи. Войд, хочешь, я тебе одну штуку предложу? Давай в воскресенье соберем каражан гер. Ну, посмотрим, что там у нас вообще РТ будет стоять, если у ДВшника, то после РТ. Япон, а зачем тебе кара гер-то? Мне зачем? Вот, нет. В смысле? Не пойдет он. У тебя квесты не закрыты, что ли, есть? Во-первых, у меня не закрытый квест есть, да. А во-вторых, мне нужна пиня. Еще один, очередной. Да. Какая триня, Карагер? Какая ему может быть триня на шипышку? Там вроде всего только долгоног. Все туда ходят ради долгонога, только все, больше никто не хочет. Да он ни хрена не падает. Возьмите меня. Япончик, ты это говоришь человеку, который за ним ходит... Почти год с мага. Я его ни разу не видел после этого. Да я про тебя в курсе, я про тебя в курсе. Да все, он падает, я его даже пылила. Артемий мажор. Мне тогда инст из-под носа забрал треня. Вот когда я ходил с шаманом, этот долгоног падал 4 раза за 2 года. Все, больше он не падал ни разу. А я в первый раз в жизни пошел, он упал, и мы его распылили, потому что никому не нужен был. Ну давай ты еще 10 раз. А я его буду покупать за 100 тысяч голды, понимаешь, типа, насколько дорогой распыл. Ой, блядь, у меня маг расхуёвый стоял. Я все время это тыкал, короче, и у меня там 4 стояло, а чат-то на 3 букву, сука. Я тебе говорю, ты не спамишь. А ты где спамлю, спамлю. Пиздец просто. Сейчас смотри, 5 человек пишут. У нас вот, блядь. Ну мне бичи одни пишут, одни бичи. Я уже 6-го друида спрашиваю, говорит, что нет, он сейчас офается. Сегодня день друидов, который офается. ШПшку нашел 260. Блять, ты чё, ёбнутая что ли? Она, блять, с разбегу и в этот, в гарнитур кухонный, как разбежалась, башкой ебанулась. Девочки, рыба. Ой, ты же не заставишь меня, кажется, сбивать? Мишка, уйди с рыбы, пожалуйста, не ты. Ты бы хоть ключ себе купил.
Все, блядь, можно. ХП не хватает. Ой, подожди, я бафну сейчас твоим окном. Я, в принципе, по-моему, никому ничего не бафнул. Часик. Кулачок бы, кулачок. У нас эльхи есть? Да, собака. Воет вольф на костах или нет? Отлично. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивое это дело. Паул, мой приоритет. Сорвали, сорвали. Пять. Вот сейчас. Ну пусть Олга сбивает. Я вообще стою с другой стороны. Ему в прут аварии разве катит? Ну, успели добить хорошо. Угу. Блин, бурст никуда. Угу. Глаз. Бля, ну филики не могут бить, только РДД. А там кто-то подошел. ДКшник какой-то. Восемь секунд. Семь, шесть, пять, четыре, три. Это до конца активации той. На следующие 20 еще. Ой. А, блин, сорян. Ой, вага. Ой. Я, короче, на второе окно пойду домашний. А как дамажить в Верхпале? Понимаю. Все, что видишь, тыкай, буря в приоритете, остальное без разницы. Выбивайте. Выбивайте, ну я... Слушай, а что ты ж на себя там, типа, печать? Порч, по-моему. О, хорошо. И просто первые 5 кнопок, да? Да. Удар воина света и бурю в приоритете, если я правильно помню. Остальное пофиг. Ой бы сейчас он был. Сорок секунд еще.
Ага, я с позиции шамана советую. Ну да, там два раза подряд он был. Ну знаешь, если мага слить первым, тоже хорошо. Не, холм лучше, холм лучше. Холм. Раздевалка на уешь. Фу-фу-фу. На три ляма на уешал там. На одном окне нечего делать, на другом окне нечего делать. Пойду на третье. А там жонглируют этими ротациями уже. Не, на самом деле, когда я пыталась выглядеть в окно, мне вылетало, так что дома. Сложно. Ну, так же можно подбегать по чуть-чуть, долбить его? Вот что значит япончик РДД. Чисто красиво. Да я знаю! Да я знаю, я знаю. Я прожимку отдал, думаю, может подбегу, ёбну разочек. А хуй там. У тебя есть охуенная вещь, это бабл. Жмёшь бабл и пиздишь. А я его до этого прожал на олме. На мне две собаки сразу же сидела, они мне там, знаешь, как тетюжили. Так я ж напомню. Минус второй. Минус второй. Ну это да, вот у ебанский такой фаермаг, вот эту преисподнюю косую в 10 метрах. А, она же не сбивается, да, теперь у нас? Она... Нет, она не сбивается. Ля, какая боль бить ожогом по 80 урона. Чего не добили, ну, раки. Чё, не пофиксили, да? Карина, закрой на бедри, пожалуйста. Что? А там она меня бесит. Господи, ребятку. Что вы так все блудите? Ой, вам там могло набить? Это Пугарейджа. Это же Пугарейджа. Гимнаха там, не знаю, на ману что-нибудь кинди. Четыре Т пять. Сейчас будет. Угу. Вот сейчас вопросов нет. Да на самом деле Лем тут всегда в первых позициях.